Перенесемся в Старый Оскол. Сегодня там открыли обновленный кадровый центр. Объект стал уже 14-м в регионе, где провели комплексную модернизацию. Масштабные преобразования не только во внешнем виде здания. Пожалуй, главное изменение в подходе к работе с клиентами. В ближайших планах существенно уменьшить срок трудоустройства граждан, поиска соискателей и в целом повысить качество всех услуг, которые предоставляет кадровый центр. Чтобы попутно в конкретной жизненной ситуации сопроводить и комплексно решить, может быть, помочь конкретному гражданину, его семье. Вот такая цель сегодня, она как идеология этого проекта модернизации. Следующий год у нас будет оценка эффекта реализации проекта. Хочу поблагодарить Министерство социальной защиты населения и труда в Белгородской области, наших подрядчиков, которые выполнили такой огромный объем работ. И мы сейчас работаем в комфортных условиях для того, чтобы качественно оказывать услуги нашим горожанам, быть клиентоориентированным. Напомним, комплексную модернизацию кадровых центров в регионе проводят в рамках госпрограммы «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». До конца года в регионе преобразятся филиалы организации в каждом муниципалитете.